Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Whistler на цоколь H27, температура свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной коробке компании. Внутри вот так вот все упаковано. В первой коробке у нас находятся лампы ксеноновые, две штучки. Лампы идут в пластиковых колбах, они нужны для транспортировки, чтобы не повредить сами лампы. Мощность ламп 35 ватт, подключается на 12 вольт. Вот так вот выглядят они. Ну и подключается, соответственно, каждая лампа к блоку розжига. Блок розжига подсоединяется с помощью вот таких вот трех коннекторов. Ну а на питание 12 вольт вот такие вот два проводочка. Черный минусовой, желтый плюсовой провод. Далее у нас идут блоки розжига вместе с монтажным комплектом. Идет блок розжига. Вот так вот выглядит монтажный комплект. Гарантийный талон также есть в комплекте. Ну и сам блок розжига. Блок розжига мощностью 35 ватт, точно так же как и лампы. Напряжение 12 вольт. Полностью герметично заклеен, пылевлагой защищен. Ну, такой вот небольшой блок. Ну и второй блок абсолютно идентичен. Также с монтажным комплектом внутри идет. Вот так вот все выглядит. Абсолютно одинаково. Так, давайте одну лампу мы подключим. Все подключается очень просто, разъем в разъем подключение идет. Вот так вот выглядит. Ну и осталось подключить только питание 12 вольт, что мы и сделаем сейчас. Лампа у нас загорается, в течение нескольких секунд набирает свою яркость и мощность. Лампы, в принципе, ксеноновые, все очень яркие, поэтому обязательно после установки комплекта ксенона в автомобиль нужно обязательно откорректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Также на комплект распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.